Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Ребят, привет еще раз. Всем привет. Сейчас проедемся на RCF. Сейчас немножко расскажу и покажу вам машину. Думаю, вам понравится. Так, ну что, начнем показывать. Итак, это у нас RCF. V8, 5 литров, 477 сил. 4,5 до сотки, момент 520, атмосферный мотор. По дизайну, я считаю, очень сильный автомобиль. Резина Dunlop стоит, SP Sport, размерность 19 радиус, 255 на 35 спереди, сзади 275 на 35, пошире немножко. Сейчас сделаем круг по автодрому Формулы-1 в Сочи. Нам уже пора, подходим. Все, двигаемся, хорошо. Да-да-да, ждал команды. Оп, можно, пожалуйста, вон там у нас люди смотрят в прямом эфире. Ага. Ну и по возможности показывайте там периодически трек, и меня можно. Вот. Оп. Так. Сейчас сделаем зачетный круг, проедем. Ага. Так, у нас более гоночный режим будем ставить? Да, пожалуйста. Ага. О, вот это вот со звуком, да? Угу. Все, уже пора ехать. Можем обгонять его? Да. Хорошо. Бежать. Ага. Все. К старту подходим, ждем зеленого. Понял. И стартуем. Секундочку, пока телефончик. Сейчас чуть ребятам здесь покажу. Панель приборов. Смотрите, здесь есть и разные вариации. Вот это эко-режим, если не ошибаюсь. Это такой Sport S, он, смотрите, и Sport S Plus. Вот, значит, как выглядит при нажатии на акселератор. Здесь, смотрите. А, здесь вообще ничего почти не видно. Здесь уже появляется тахометр. И уже в Sport Plus меняется звук двигателя. Становится более басовитый. Очень его хорошо слышно, нам помогают динамики, которые передают дополнительный звук в салон в режиме Sport Plus. Лагает. Ну, извините, ребят. Интернет, как всегда, немного подводит нас. Пятнах. Как у вас дела, ребят? Чего расскажете? Виснет. Ну, сейчас, может быть, когда поедем, получше станет. Обратите внимание, какой здесь спидометр такой, он прям небольшого размера. А, интернет пропал. Запроси, пожалуйста, у судьи на выпуске зеленый сигнал светофора. Так, все, сейчас поедем, ребят. Все, зеленый. Едем. Угу, хорошо. А вы засекать будете? Все, поехали. У нас сейчас засечки не будет. Система безопасной дистанции.
связь. Вам вот по управляемости что больше понравилось, GSF или RCF? Ну, RCF мне показалось, больше. На GSF лучше.